Дорогие коллеги, мое имя Стефан Фикл, я из Германии. Работаю в Вюрцбургском университете на должности научного исследователя. Также у меня частная клиника, специализирующаяся на имплантологии и пародонтологии. В конце этого года, 25-26 октября, я буду в Москве. Я буду очень рад встрече с вами на ежегодном конгрессе BEGUA, где я буду выступать с докладом на две разные темы. Первая тема, конечно же, эстетическая зона. Как мы относимся к эстетической зоне, когда речь идет об имплантатах? Как важен менеджмент таких тканей, а также качество кости под имплантатами? Вторая тема – пациенты с заболеванием пародонта и как мы работаем с имплантатами для таких пациентов. Насколько это безопасно, особенно в случае переимплантита. С нетерпением жду нашей встречи в октябре. А пока желаю всего хорошего!